Завтра, 28 августа, в городе возобновляется подача горячей воды. За комментариями по этому поводу мы обратились к начальнику управления по градостроительству и жизнеобеспечению населения округа администрации Углического муниципального округа Владимиру Витальевичу Горюнову. В соответствии с распоряжением главы Углического муниципального округа Леоноры Михайловны Шереметьевой, номер 165 от 28.05.2002 года, о режиме подачи горячей воды населению в межотопительный период 2002 года утвержден режим подачи горячей воды от котельных городских предприятий с 28 августа 2002 года. Из этого следует, ОАО «Часовой завод «Чайка»» будет подавать горячую воду в рабочие дни в настоящий момент с 6.00 до 9.00 часов и с 18.00 часов до 23 часов. В выходные дни режим несколько изменен. Значит, подача осуществляется с 8 до 11 часов, это утром, и с 18 часов до 23 часов, это вечернее время. ГУП «Сыродельный завод» осуществляет подачу горячей воды постоянно, начало с пятницы с 18.00 часов до 24 часов в воскресенье. ОАО «Углический речпорт» также работает постоянно и будет подавать воду с 5.30 часов до 8 часов утра в рабочие дни и с 11.30 до 13 часов. 16.30 часов до 23 часов, то есть здесь идет подача прерывисто в течение практически дня. В выходные дни график несколько меняется, и подача горячей воды осуществляется с 5.30 часов до 23 часов. Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» от своих котельных горячую воду будет подавать в соответствии со следующим графиком. Это микрорайон Солнечный, в рабочие дни с 6 часов до 9 часов утра и с 18 часов до 23 часов. Это в рабочие дни. В выходные дни с 8 часов до 11 часов и с 18 часов до 23 часов. В поселке Отрадный ежедневно с 6.00 до 9 часов и с 18 до 22 часов. Микрорайон Цветочный и котельная улица Бахарева, эта подача будет осуществляться круглосуточно. То есть здесь перерыва в горячем водоснабжении не должно быть. Государственное унитарное предприятие «Экспериментальная биофабрика» в рабочие дни будет подавать горячую воду с 6.30 до 8 часов и с 18 часов до 23.30. В выходные дни с 12 часов до 22.30 постоянно. Котельная муниципальное предприятие «Реком». Она осуществляет подачу горячей воды круглосуточно. ОАО «Угличмаш» круглосуточно с 5 часов в понедельник до 21 часа в пятницу. Государственное унитарное предприятие «Умпрео» осуществляет подачу воды постоянно в субботу и воскресенье с 9.00 до 23 часов. Вот такой режим работы утвержден приведенным выше постановлением, вернее, распоряжением главы Углического муниципального округа. В соответствии с этим режимом подачи горячей воды предприятиями, организациями проделана определенная работа. Это осуществлен ремонт котельного оборудования и вспомогательного котельного, а также осуществлена подготовка сетей горячего водоснабжения для подачи горячей воды населению. Вот, собственно, по подаче горячей воды, что бы мне хотелось сказать. Графики, с которыми вы нас только что ознакомили, это уже постоянные или они каким-то образом будут меняться? Графики предусматривают подачу воды до начала отопительного сезона. В начале отопительного сезона графики будут пересмотрены в сторону увеличения подачи горячей воды. Это только до начала отопительного сезона.
То есть, начиная с 28 августа, вода уже будет подаваться и никаких перерывов не будет в горячем водоснабжении? Да, в соответствии с постановлением вода должна подаваться вот в приведенном выше режиме, и никаких отклонений не должно быть.